7.30 утра первым посетителем многофункционального центра на улице Школьной Видном в этот день стал глава муниципалитета Алексей Спасский. Правда, до открытия еще полчаса, но и повод для визита особый. Разрешите одновременно поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить за ваш непростой труд, потому что, по себе знаю, самое сложное, самое непростое – это живое общение с живым человеком. 11 сентября отмечается День работников МФЦ Московской области. И глава округа приехал не только поздравить сотрудников центра с праздником, но и наградить лучших из лучших. Просторное помещение, где обычно принимают заявителей, на время превратилось в конференц-зал. То, что вы даете нам, жителям, действительно, это существенно важно, а в принципе сейчас это одно из основных. Поэтому жители действительно с благодарностью относятся к вашей работе. Спасибо вам большое. С праздником вас. Сотрудникам многофункционального центра вручили благодарственные письма не только главы, но и совета депутатов Ленинского городского округа. Получила награду и ведущий специалист МФЦ Ирина Самозванцева. Она трудится в центре 5 лет и самым ценным в работе считает помощь и поддержку коллег. У нас на самом деле очень дружный коллектив, и у нас новые сотрудники, которые приходят на стажировку, они совершенно очень быстро вливаются. У нас сотрудники друг друга поддерживают, то есть у нас очень сплоченный коллектив. Получили сотрудники и ведомственные благодарности, которые вручил директор МФЦ Николай Бондаренко. Наградили многих, ведь объем работы, который выполняют эти люди, немалый, к тому же необходимо постоянно повышать квалификацию. Только за это полугодие около 400 тысяч заявлений обработано нашими специалистами, а значит, это около 400 тысяч человек получили государственные муниципальные услуги. Министерством государственного управления Московской области разработан специальный программный комплекс, в котором наши сотрудники проходят и обучение, и периодическое тестирование. Праздник праздником, а рабочий день никто не отменял. Сразу после награждения зал наполнился посетителями, и работа закипела. Работа столь необходимая всем, без исключения, жителям округа. Они нам дают подсказки, информируют нас, консультируют. Молодцы. Сейчас филиалы МФЦ работают во всех поселениях округа. В октябре 2021 года открылся отдел в жилом комплексе «Государев дом». И работа, направленная на то, чтобы услуги центра «Мои документы» были более доступны жителям, продолжается. Округ очень сильно растет. Вы видите, как выросла численность населения, и перепись это показала. И наша следующая задача – это пригород Лесное. Запрос такой есть, мы с застройщиком определились, есть понимание по земельному участку, и поэтому мы в течение 2023 года твердо намерены реализовать данные планы. Всего во всех филиалах МФЦ Ленинского округа трудятся 240 человек. В настоящий момент в центре можно получить более 350 услуг. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.